Ждали больше 3 лет. Для десятков ульяновцев февраль – месяц счастливый. Им наконец-то вручили ключи от квартир. Дом номер 68 по улице Камышинской строили долго. Девятиэтажку на 99 квартир начали строить в 2018 году. Но в мае 2019 работы встали из-за банкротства застройщика. Ну, на стадии коробки. И, соответственно, потом мы с активом боролись, обращались во все инстанции. К вопросу подключились правительство и городская администрация. Подрядчика в итоге поменяли. Средства на достройку объекта выделили из регионального бюджета. Сейчас все готово для переезда. Квартиры сданы сразу с ремонтом. Поклеены обои, уложен ламинат, установлены межкомнатные двери, розетки и выключатели. Ждали мы очень долго, с 2018 года. Времени, конечно, прошло уже очень много. События для нас действительно очень долгожданные. Все мы очень ждали свою квартиру. Вот, наконец, мы их получили. В реестре проблемных объектов по городу остается еще 8 участков с незавершенными объектами. Из 10 проблемных домов, строительство которых не было завершено в установленные сроки, в Засвияжском районе 9 уже сданы в эксплуатацию. Последние должны сдать в 4-м квартале этого года. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил завершить все недострои и долгострои максимум в 2024 году. До конца года в регионе будут восстановлены права больше 2000 участников долевого строительства. Анна Тищенко, Улправ. До ТВ.